Это конференция про питон, поэтому я вам, очевидно, про питон рассказывать не буду. Такое. Да. Вчера вам... Ну, про питон и так все знают. Вчера вам рассказывали несколько прекрасных докладов. Например, про функциональное программирование в питоне. В питоне у нас есть MapReduce, фильтр, partial руками. MapCut нет, reductions нет, нет, ничего вообще толком. Вот клажура дает реально возможность программировать функционально. Был доклад про простоту и сложность. Клажура, она простая. У нее ортогональные концепции. Она довольно трудная, очевидно. Это функциональный язык программирования, после питона тяжело. Но не сложно, она довольно простая. Он был доклад, если вы помните, где упоминалась либеральность языков. Это Lisp с макросами. Потому, ну не знаю, что может быть либеральнее, собственно, Lisp-а? Что-что? С динамической типизацией, да. Причем это Lisp, в котором есть три вида скобочек. Ну, вы меня простите, но что может быть либеральнее этого? Более того, это слова Стива Йегге. И он у себя написал, что ему кажется, что клажура не либеральная. Он ошибся, потому что, ну блин, простите меня, куча скобочек. Это очень крутой язык. У него неизменяемые структуры данных. То есть конкретное программирование, ты просто пишешь и не паришься о race condition, о каких-то проблемах. Причем эти структуры данных очень быстрые. Ну, они написаны реальными пацанами. Он работает на нескольких платформах. JVM — это основная платформа. Есть Clojure.net, который работает хорошо. И хотя его пишет всего один чувак, но он очень такой суровый чувак и умудряется держать это все в руках. Есть на питоне. Она такая маленькая, но зато быстро запускается, потому что на JVM REPL у меня на ноуте стартует 20 секунд, и я терплю пока. И есть на JavaScript Clojure Script, можно прямо в браузере писать на клажуре. Ну, круто. Это такой типа Lisp со всякой фигней, видите, вон куча скобочек, красота. Очень короткий синтаксис для лямб, потому что меня раздражает, например, в JavaScript писать слово function и прочая фигня. Деструктуризация, к которой все привыкают в питоне со звездочкой arg, две звездочки кверх, там есть, причем даже более прикольная, поэтому писать приятно. У него очень крутая инфраструктура, namespace, не хуже питоновских, даже, я бы сказал, чуть получше. Всякую фигню предоставлять. Я вам не буду объяснять, что вот это написано. Это для красоты, потому что ну, у меня нет времени. Leningen — это такая система сборки, построенная сверху Maven, но при этом она юзабельна, не так как Maven. У меня реально ну, как бы 3 минуты, там, 5 минут такое. Так что, если вам еще захочется именно ну, что-то такого серьезного употребить, не просто какого-то алкоголя, а вот посмотрите на Datomic. Это база данных, у которой внутри неизменяемые структуры данных, и этим можно пользоваться, и там очень прикольно можно строить запросы, и вообще-то термоядерный разрыв, но, ну, типа, это реально наркотики. Вот, собственно, вам, если кому-то заинтересовало, на Clojure Doc начали писать туториалы, наконец-то, потому что у Clojure раньше с ним было тяжеловато, приходилось искать. На Clojure Docs, ну, такой, тяжело, он потом... Clojure Docs чуть подзабросили, но там есть референс хороший, там легко раздупляться, что как работает. И foclojure.org — это прекрасный сайт, чтобы делать упражнения. Начинаешь с обычных, как сложить 10 чисел в одно число, и заканчивая там, не знаю, напишите нам reductions, и ты такой, о чем речь вообще. Ну такое, в общем, good luck, пацаны.